Ой, у тебя диабет, тебе нельзя сладкого, оставь эту женщину. Давайте еще вот прочитаю. Дверь открывается, врывается. Здесь есть? Нет здесь. Извините. Это не моно, это не моно. Так. Ну, мы живем в такое время, когда часы не для времени, а грудь не для младенца. То есть в последнее время ни в живописи, ни в фотографии нет молодой женщины с младенцем. У груди все время чья-то бородатая физиономия. Я послал телеграмму в военкомат. Ой, вот это начало, вот это тоже никогда не читал. Миша, вы любили когда-нибудь? Боюсь, что не было дня, когда бы я не любил. Не, пацаны, со мной не соскучишься. Я послал телеграмму военкому явиться ко мне в понедельник в 9 утра с вещами и всеми документами. Причем документальная почти история. Значит, я приехал в отпуск впервые от Райкина. Приехал, мама сидит просто в окружении повесток военкомата. И меня не было год. В общем, беги быстрее в военкомат. Она вообще всего боялась. Миша, что ты там делаешь? Работал бы себе в порту. В общем, ладно, я иду в военкомат. Тот вообще брался в военкомат. О, явился. А если война, где вас искать? Я говорю, начинайте, я подъеду. Площадки это о молодежи. Молодая собака бодро вытянула старушку на поводке из кухни, затянула ее на кусты в газоны, потянула куда ей надо, тащила старуху по своим делам, они с бабушкой обнюхивали столбы, бегали знакомиться, лаяли на чужих, отдались безобразному, облезлому старому псу. На пустыре. Все перевидели, все пережили и побежали домой перекусить. Мужской взгляд. Я хочу, чтобы меня любили безответно, страстно и немедленно. Еще мужской. Как сказал мой друг, опять мужской взгляд, очень интересно. Как сказал мой друг, там у меня серьезно, Миша, а здесь постоянно. До сих пор думаю над этим. Группа «Поем матом» летит в Кемерово. И я в Кемерово. Вы к шахтерам? Нет, шахтеры стесняются. Мы для руководства концерта. Ой, с возрастом все меньше женщин мне не нравятся. Вообще, конечно... Ой, мои взаимоотношения с женщиной – это отдельный совершенно том огромный. Там больше, в основном больше намерений, чем... Ну и результат есть, так говорится, в конце задачника. Вот, например, тоже никогда не стал. Он был таким бабником, старые девочки его помнят. А ребенок рассказывает, у нас две новые воспитательницы, задают нам загадки хорошие. Кто правильно ответит, тому дают жетон, кто наберет больше всех жетонов, тому премию дают. Какую? Баксы дают. А где же не берут? Так пута нет, потихоньку. И в завершение, мой друг, если на одну чашу весов положить случайные половые связи, а на другой хороший коньяк, я бы выбрал. Постой, зачем их класть на разные чаши? Ой, ребята, а это просто патриотический монолог. Патриотический. Все мы созданы для... Вот для...
для творчества, для пользы, блядь, людям, блядь. Для благ. Ну, своим телом, руками, блядь. Чтоб страна, для нас, ну, блядь, имя, блядь. Для страны, блядь. Для урожая, продуктов, блядь. И там, в глубине, в недрах, блядь. Ура! И пошел. И вот ее, блядь. Чтоб страна, блядь, нищета, блядь. И чтоб три державы, чтоб любить, чтоб вся мощь родной армии для блага. Охрана для по периметру вся. Твердо глядя вдаль. Да, конечно, нелегко, да. Собрать всех, а как же, тяжело. Ну, конечно, а когда техника в руках поет, это же и причина именно в этом. И вот крики этих слабаков. А я говорю, а что такое Америка? Что такое Америка? Ну, подкрасться ночью, звезданутый. А что, когда у них ночь, у нас день, да? Значит, дождаться, когда у нас ночь и у них-то. И звезду. Расширьте ваши аплодисменты, считайте.